Стихотворение Корнея Ивановича Чуковского ленинградским детям читает ученик 2-го В-класса лицея номер 1 города Новотроицк Оренбургской области Тепляшин Антон. Промчатся над вами года за годами, и станете вы старичками. Теперь белобрысые вы, молодые, останете лысые вы, седые. И даже у маленькой Таски когда-нибудь будут внучатки. Татка наденет большие очки и будет вязать своим внукам перчатки. И даже 2-летнему Пете будет когда-нибудь 70 лет. И все дети, все дети на свете будут называть его дед. И до пояса будет тогда седая его борода. Так вот, когда станете вы старичками, с такими большими очками, и чтобы разнять свои старые кости, пойдете куда-нибудь в гости. Ну, скажем, возьмете внучонка Николку и поведете на елку. Или тогда же, в 2024 году, сядете на лавочку в летнем саду. Или не в летнем саду, а в каком-нибудь маленьком скверике. В Новой Зеландии или в Америке. Всюду, куда бы ни заехали вы, всюду везде одинаково. Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова на вас молчаливо укажут и тихо почтительно скажут. Он был в Ленинграде во время осады, в те годы, вы знаете, в годы блокады, и снимут пред вами шляпы.